Привет, друзья! Из прошлого ролика вы узнали, от чего так быстро садится батарея. Ну а пока подпишитесь, поставьте этому видео лайк, расскажите своим друзьям, а я вам рассказываю второй способ. Так вот, многие пишут, что если у вас два рабочих стола или больше, там 3, 4, 5, это действительно очень садит вашу батарейку. Чтобы не садило оно, просто-напросто, что нужно сделать? В одну папку все-все-все вот так вот собрать. То есть, если у вас одна папочка есть, вот вы что делаете, да, к примеру, на Samsung это может по одному быть, на Xiaomi это по-другому. На Samsung вам нужно вот так вот подержать экран, нажать плюсик, чтобы создать папку. А на Xiaomi, к примеру, это может быть вот так вот. Одно приложение натянуть на второе приложение, и они вместе в совокупности создают вот такую вот папку. Вы открываете папку, там куча приложений, так как это сделал Google за вас. Так вот, если у вас два или больше рабочих стола, просто-напросто перенесите в одну папку все свои приложения. Так будет удобней вам, и телефон не будет садиться. Больше видео полезных там.